Добрый день! Сегодня я прочитаю для вас сказку, которую написал Дональд Биссет. Спасибо, извини и пожалуйста. Встретились однажды пожалуйста и спасибо, разговорились, и каждый стал жаловаться на свою судьбу. Никто нас не ценит, не уважает. Тут к ним присоединился еще извини. «Где справедливость?» – воскликнул он. «Всем прочим словам живется так легко и свободно, а мы должны работать и работать. Нас то и дело вспоминают, когда надо и когда не надо. Только и слышишь, что спасибо, пожалуйста, извините. Некогда даже отдохнуть и поспать». «Да-да, никакой справедливости», – согласился с ним «спасибо». На нашей улице, например, живет одна женщина, у нее маленькая дочка, и она то и дело повторяет девочке: скажи спасибо, просто надоело. Я уверен, что пока эта девочка вырастет, она совершенно забудет, что значит спасибо, и будет повторять его без всякого смысла. А мне обидно. «И со мной та же история», — вздохнул «пожалуйста». «В троллейбусе и в автобусе, у нас и даже за границей, только и слышишь: передайте, пожалуйста, сдачи, пожалуйста, один билет, пожалуйста». Конечно, вежливость – это похвально, но я совершенно выбился из сил. И с этими словами «пожалуйста» шагнул в сторону, чтобы присесть на скамейку отдохнуть. И нечаянно наступил на ногу «спасибо». «Ах, извини меня!» «Ну вот, и ты туда же», — возмутился «извини». «Не можешь обойтись без меня». «Извини, извини», — расстроился «пожалуйста». «Я нечаянно наступил на ногу «спасибо» и должен был извиниться. Извини». «Нет, надо с этим покончить. Давайте-ка вместе подумаем, как нам отдохнуть». Друзья подумали и решили поехать к морю и недельку отдохнуть. Покупаться, погулять, поиграть. И никакой работы. Пусть всю неделю люди обходятся без «спасибо», «пожалуйста», «извините». Так они и сделали. А когда они с новыми силами вернулись домой, то даже обрадовались, услышав, как все наперебой говорят: «извините», «спасибо», «пожалуйста». Но главное, теперь люди не проглатывали эти слова, а произносили их со смыслом. Когда хотели извиниться, говорили «извините, пожалуйста». Когда хотели поблагодарить, говорили «большое спасибо». А если хотели быть вежливыми, прибавляли «пожалуйста». И у «спасибо», «извини» и «пожалуйста» теперь не было лишней работы. Они не очень уставали, у них даже оставалось время, чтобы почитать. Но раз в году они непременно уезжали на недельку к морю отдохнуть. И когда возвращались, снова слышали «спасибо», «извините», «пожалуйста».